гости праздника. Мы приветствуем самых творческих, самых инициативных, самых мудрых и увлеченных своей профессией – педагогическую общественность района. Уважаемые коллеги, мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя! И желаем вам неиссякаемых сил, оптимизма, плодотворной работы, благополучия и душевного равновесия! Наверное, не случайно первое воскресенье октября вся страна отмечает профессиональный праздник учителей. Осень – время года, которое сочетает в себе радость и грусть. Осень радует нас своим богатым урожаем, но тем не менее нам грустно расставаться с теплым летом. Судьба каждого из педагогов – это разноцветная осень. Они с радостью встречают ребятишек у школьного порога и уверенно ведут по ступенькам к вершине знаний, проживая с ними частичку своей жизни. Учитель грустит, когда ученики покидают родную школу и с нетерпением ждет очередной встречи с ними. Казалось бы, одно и то же, который день, который год, и не сдержать с утра волнения, как будто в этих буднях ты открытие ждешь и откровение, и исполнение мечты. Любой урок, любая встреча всех кладов на земле ценей, ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей. В поступке, в слове, в строчке смелой всегда отрадно подмечать начало и судьбы, и дела, и одаренности печать. И как бы ни был путь мой труден, надежда помогает мне. Я рада думать, как о чуде, о завтрашнем, о школьном дне. Во имя радостных открытий нам быть в походе до конца. Нельзя иначе. Я учитель, и мне доверены сердца. Уважаемые педагоги, в этот замечательный день со словами приветствия вам обращается председатель районного совета депутатов Феликс Петрович Воронюк. Уважаемые педагоги, в канун профессионального праздника Дня Учителя примите поздравления и слова признательности за ваш благородный труд и преданность своей профессии, за щедрость души, любовь к детям. Ваша профессия одна из наиболее уважаемых и ответственных и требует постоянного совершенствования, целеустремленности, творчества, доброты. Самоотверженным и вдохновенным трудом вы терпеливо и бережно прививаете ученикам стремление к знаниям, доброту, трудолюбие, любовь к родному языку, отечеству. Именно педагоги выводят на новый уровень школу, закладывая тем самым потенциал для развития государства в целом. Школа была и остается для ребят вторым домом, где они приобретают знания, делают открытия, учатся любить свой край и начинают путь в жизнь. Труд учителя всегда был благородным, но нелегким делом. Учить трудно во все времена, особенно в наше стремительное время, когда образование шагнуло на абсолютно новый рубеж. Уверен, что ваши профессиональные качества, преданность избранному делу, забота, внимание помогут ученикам получить хорошее образование, в полной мере раскрыть свои способности, стать настоящим патриотом Беларуси. Благодаря вам, уважаемые педагоги, в районе подрастает новое поколение активных, творческих, целеустремленных ребят. Мы гордимся их успехами и достижениями в интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. День Учителя – это день нашей благодарности людям, которые на протяжении многих лет были нашими мудрыми и терпеливыми наставниками.
От всего сердца желаю всем, кто связал свою жизнь с образованием, профессиональных успехов, преданности своему делу. Пусть общение с учениками и их родителями строится на взаимопонимании и сотрудничестве. А вашим совместным усилиям сопутствует творческое вдохновение и успех. Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма и вдохновения в реализации намеченных планов. С праздником вас, работники образования Ильинщины. Уважаемый Феликс Петрович, просим вас вручить награды лучшим педагогам района. Свидетельство о награждении премии специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов по итогам 2011-2012 учебного года вручается Халява Дануте Брониславовне, учителю истории и обществоведения Ивьевской средней школы. Василию Вацлавовичу, учителю информатики Ивьевской средней школы. Маковскому Тадеушу Витольдовичу, учителю информатики Ивьевской средней школы. Пожалуйста, дипломом Гродненского областного исполнительного комитета и Гродненского областного совета депутатов за высокие достижения по развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся награждается Маковский Тадеуш Витольдович, учитель информатики и Ивьевской средней школы. Почетной грамотой Ивьевского районного исполнительного комитета за добросовестный, плодотворный труд в системе образования, укрепление материально-технической базы учреждений образования и в связи с Днем Учителя награждаются Олещик Галина Иосифовна, директор Башковского детского сада средней школы. Викторовна, заведующая яслями садом номер 1 города Ивья. Благодарность председателя Ивьевского районного исполнительного комитета за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с Днем Учителя объявляется Базилич Татьяне Алексеевне, учителю истории и обществоведения гимназии номер 1 города Ивьев. Марии Николаевне, учителю начальных классов Субботникской средней школы. Склонились бы перед профессией учителя. Наверное, для того и существуют праздники, чтобы остановиться, оглянуться, чтобы острее почувствовать важность и ответственность перед людьми и перед делом, которому посвятил свою жизнь, и еще раз убедиться в правильности выбора. В этом зале собрались как раз те люди, которые когда-то сделали свой выбор и не изменили ему до сегодняшнего дня. И сегодня
со словами поздравлений к вам, педагоги, обращается депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Ивьевскому избирательному округу Наталья Геннадьевна Кучинская. Дорогие коллеги, добрый день, поважаемые педагоги Ивьевщины, шановные ветераны педагогического труда. Незвычайный день, чудовный день сегодня, день наставника. Саправды, есть добрые державные традиции святковать профессийные святы и ушановывать профессионалов. А наше с вами свято незвычайное, потому что посада наставника незвычайная. И кольки б мы с вами не говорили, что престиж не той, нет, это не так. Якая еще с профессий, ну, тройчу в год отримовывает такую пошану? 1 вересня – наше свято, день наставника – наше свято, конец научального года – наше свято. И за все да у гэтые дни и кветки, и усмешки, и самое главное – добрые подяки, подяки вучнёвские и подяки батьковские. И у каждого из нас, и у вас, и у меня есть у души, у памяти той наставник, який не просто вучил, а який научил, який выховал, и який сказал, подказал, что школа – это твое призвание. И сапраўды эта профессия такая, что отбирая лепших, тут не застанется той, кто абыяковы до життя. Коли ты уже выбрал лёс наставника, то так, ты выбрал себе один напрамок – расти, самоудосконаливаться и быть добрым человеком, потому что на тебе глядят дети, щирые, которые хотят быть поспеховыми в этом свете. И вот эту ситуацию поспеху створаем мы, створаем наставники. На вас сегодня очень приятно глядеть. Вы умеете таким прочувание чего-то цікавага. Сапраўды гэта цікавае будзе. Я вельмі удзячна Беларускаму дзяржаўнаму педагагічнаму універсітэту за тое і Пятру Дзмітрывічу Кухарчыку, рэктару, які падтрымаў маю прапанову і геаграфія зорных паходаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта пашырылася. І зараз ужо зорны паход прайшоў па ўсёй іўёўскай акрузе. І па Ашмянскім, і па Іўёўскім, і па Лідскім раёне. И сегодня педуниверситет привез для вас вельми незвычайный подарунок. З усёй Беларуси дети, студенты, будучие наставники будут спевать менавіта для педагогов Ивьевщины. Тому не шкадуйте своих усмешек, не шкадуйте своих долонев. Давайте сустракать их так, как чакаем мы нашу молодь в наших школах. Потому что мы вельми хочем, как будучине наши, белорусское будучине, наши дети были счастливые. Что пожадать каждому из вас? Безумовно, я желаю, как все добро было дома. Как были здоровые ваши батьки, как были здоровые ваши детки. Как у самих был добрый настрой, был оптимизм, было отчувание потребы себе, потребности своей у этом житті. Это саправды важно. Хочу, каб усе ваши добрые мэты спраўдзіліся, каб працавалася лёгка, з надзеяй, безумоўна, каб была добрая фінансавая падтрымка. Няхай сённяшняе свята запомніцца. Я кожнаму з вас жадаю і прафесійнага, і асабістага шчасця. Месяц. Сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Преподаватель, нынче праздник твой. Будь педагога, это не ошибка. Ведь это не работа, а судьба. Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки. Сегодня все, что есть на свете, для тебя. Я рада пригласить на эту сцену тех, ради кого мы с вами спешим на уроки.
внедряем инновационные технологии, не спим ночами в поиске новых идей. Вы уже, наверное, догадались. Это наши ученики. На сцене вокальная группа Ильевской средней школы «Лучики надежды». Осыпанный цветным дождем букетов и озаренный блеском сосен глаз, прими, учитель, не слова привета, а часть души от благодарных нас. Мы от души вас поздравляем, вам отдаем земной поклон. Вам песни все хорошие поются, и вместе с ними, словно в унисон, сердца учащихся с любовью бьются. Поздравления с профессиональным праздником! Крепкого вам здоровья, душевной теплоты, бодрости духа, светлых, солнечных дней! А на эту сцену я приглашаю председателя районного комитета профсоюза работников образования и науки Станиславу Станиславову Захару. Труда, работники системы образования, гости. Октябрь месяц ознаменован чередой праздников, но, пожалуй, самым близким для нас был и сегодня остается это День Учителя, потому что профессия учителя одна из самых ответственных, самых главных профессий в мире, потому что учитель – это призвание в жизни. Учитель – это дар свыше уметь видеть и раскрывать таланты детей, дарить им свою заботу и внимание,
пробуждать любознательность, делиться своим опытом и мудростью. Быть учителем сегодня совсем непросто. Дети требуют большого внимания и душевных сил, потому что именно учителя закладывают в ребенке основы человечности, нравственного отношения к миру. Увы, дети редко бывают благодарны своим учителям. И только спустя много лет начинаешь понимать, сколько ж для нас сделали педагоги. Да и труд наш оценивается не по достоинству. Поэтому в школе сегодня работают энтузиасты, пришедшие отнюдь не за длинным рублем. Так хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за ваш профессионализм, за понимание, за ваш нелегкий, но такой благородный труд. И сказать, возможно, очень затертую, но такую нужную нам всем фразу. Спасибо вам, учителя, спасибо. А сегодня, в канун нашего профессионального праздника, от имени райкома профсоюза работников образования и науки и себя лично, примите самые искренние и самые теплые поздравления с наступающим Днем Учителя. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, радости, благополучия, взаимопонимания и доброжелательности, хорошей атмосферы в коллективах, успехов в достижении поставленных целей. Пусть каждый ваш день будет наполнен прекрасными замыслами, яркими идеями, добрыми делами и достижениями, мира, добра, вдохновения и праздничного настроения, уважаемые коллеги. А теперь разрешите мне вручить профсоюзные награды. Благодарностью Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки за целенаправленную защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, большой вклад в развитие профсоюзного движения в системе образования, содействие в осуществлении программ деятельности отраслевого профсоюза награждается Боярчук Мария Викторовна, учитель начальных классов Бакштовского детского сада средней школы. Ивьевского районного комитета профсоюза работников образования и науки за добросовестный труд и значительный вклад в охрану социально-экономических прав и интересов членов профсоюза награждается Иуть Светлана Иосифовна, председатель профсоюзного комитета Лепнишковского детского сада средней школы. Белорусского профсоюза работников образования и науки награждается победитель республиканского смотра конкурса на лучшую организацию профсоюзом общественного контроля по охране труда Станкевич Оксана Владимировна, учитель Субботницкой средней школы. Совета Гродненского областного объединения профсоюзов за активное участие в областном смотре конкурсе на лучшую организацию общественного контроля по охране труда награждается Капуста Владимир Войтехович, общественный инспектор по охране труда Бобровического детского сада средней школы. Спасибо, Станислава Станиславовна.
великое множество разнообразных законов. Законов природы и развития общества, законов частных, общих и всеобщих. Но есть особые законы, те, которые позволяют согреть душу и распахнуть сердце. Это законы доброты, человечности и любви. Именно по таким законам стараются жить и работать педагоги Ивлевщины. Сегодня и только для вас звучат поздравления. Я приглашаю на эту сцену начальника отдела образования, спорта и туризма Валентину Ивановну Ус. Уважаемые коллеги, приглашенные, традиционный праздник педагогов – это еще одна возможность сказать самые искренние и теплые слова в адрес тех, кто избрал профессию учителя, кто целью своей жизни поставил дело воспитания и обучения молодого поколения. Учитель – это особая миссия. Учителем нельзя быть по понедельникам или средам, только на школьном уроке или на внеклассном мероприятии. Учительство не знает выходных. Уважаемые коллеги, со свойственными вам ответственностью, трудолюбием и терпением вы не только учите и воспитываете, открывая ученикам путь к новым знаниям, прививая им самые важные человеческие качества, но бескорыстно дарите каждому из них тепло собственных сердец, нежность своей души. Глубиной знаний, которые вы преподаете, и уроками духовности вы обеспечиваете завтрашний день Беларуси. Сегодня приятно отметить, что педагоги района берегут и приумножают добрые начинания и традиции прошлых лет, дополняют их новыми достижениями. Я с гордостью могу сказать, что благодаря вашему творчеству и мастерству Ивлевщина занимает достойное место в образовательном пространстве области и республики. Большое спасибо вам за вашу мудрость, доброту и любовь к детям, самоотдачу. Пусть вашей высокородной деятельности всегда сопутствует радость творческого поиска, признание и оптимизм. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, любознательных и благодарных учеников. Будьте всегда на вершинах своего профессионального мастерства. У нас есть добрая традиция накануне профессионального праздника, Дня Учителя, собираться вместе со всех учреждений нашего района и благодарить людей, делом жизни которых стал нелегкий, но высокородный труд педагога. Я с радостью это сделаю сейчас. Почетной грамотой Управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за особые успехи в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд в системе образования награждаются Дети Людмила Викторовна, заведующая яслями садом номер 1 города Ивлев. Воспитатель дошкольного центра развития ребенка города Ивлев. Шумакова Татьяна Ивановна, методист районного учетно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма Ивлевского райисполкома. Владимир Антонович, учитель физической культуры и здоровья Ивлевской средней школы. Почетной грамотой отдела образования, спорта и туризма Ивлевского райисполкома за успехи в педагогической деятельности, высокое профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд в системе образования района и в связи с Днем Учителя награждаются Авдевич Ольга Севериновна, педагог дополнительного образования гимназии номер 1 города Ивлев. Руководитель физического воспитания дошкольного центра.
сельского детского сада базовой школы. Учитель начальных классов Юратишковского яслей сада средней школы. Гражинская Лилия Ивановна, учитель начальных классов Лилюкинского детского сада средней школы. Томаш Владимирович, учитель математики Бакштовского детского сада средней школы. Дедуль Мария Антоновна, учитель начальных классов Дайлицкого детского сада базовой школы. Ольга Войтеховна, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Иви. Карабач Марина Станиславовна, воспитатель яслей сада номер 2 города Иви. Качалка Майя Николаевна, учитель-дефектолог Липнишковского детского сада средней школы. Колесникова Ольга Валерьевна, учитель белорусского языка и литературы гимназии номер 1 города Иви. Мискауза Нина Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе Бобровичского детского сада средней школы. Олейник Светлана Станиславовна, воспитатель яслей сада номер 1 города Иви. Пикша Наталья Владимировна, воспитатель Липнишковского яслей сада. Учитель физической культуры и здоровья Ивиевской средней школы. Рафалович Борис Сулейманович, учитель физической культуры и здоровья гимназии номер 1 города Ивия. Учитель белорусского языка и литературы Трамской средней школы. Сокол Зоя Ивановна, учитель немецкого языка Бобровичского детского сада средней школы. Ольга Ивановна, библиотекарь Жимыславского детского сада базовой.
нашей школы. Резванович Галина Ибрагимовна, учитель географии и биологии гимназии номер 1 города Инье. Станкевич Оксана Владимировна, учитель начальных классов Субботницкой средней школы. Стасилович Марина Александровна, учитель русского языка и литературы Эгердовского детского сада средней школы. Тамила Елена Михайловна, учитель начальных классов Левнишковского детского сада средней школы. Иневич Алла Михайловна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 1 города Илья. Жанна Станиславовна, учитель начальных классов Ивневской средней школы. Яровицына Тамара Ивановна, воспитатель группы продленного дня Ивневской средней школы. Директора по основной деятельности Государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс и Ивневский ясли-сад, начальная школа. Еще раз с праздником, дорогие педагоги! Уважаемые педагоги, со словами поздравлений к вам обращаются наши гости. Я приглашаю на сцену заместителя председателя по идеологической работе филиала «Азот-Агро» частного сельскохозяйственного предприятия «Новый двор Агро» Инессу Михайловну Кулешову. Дорогие наши учителя, работники отдела образования, ветераны педагогического труда, от руководства всех родителей филиала «Азот-Агро» унитарного сельскохозяйственного предприятия «Новый двор Агро», также от райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Педагог – это друг и наставник, благодаря которому наши дети учатся правильным жизненным ориентиром, формируют правильное мировоззрение, раскрывают свои способности. Вы всегда поможете добрым словом, мудрым советом. Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих учеников. Пусть они всегда радуют вас. Профессия учителя очень трудная, ведь работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенства. Спасибо вам за нелегкий ваш труд. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия, хорошего настроения и прилежных учеников. И разрешите, пожалуйста, в лице начальника отдела образования поздравить всех педагогов с праздником. Спасибо. Слово предоставляется Выко Ивану Мячеславовичу, начальнику питомника Государственного лесохозяйственного учреждения «Ивневский лесхоз». Уважаемые наставники, уважаемые учителя, мне выпала большая честь поздравить вас с таким профессиональным праздником. Ваш труд всегда останется в каждом
из нас. Потому что первые шаги, первые слова, которые мы пишем, вы нас учите. Хочу сказать, поблагодарить всех ветеранов и всех учителей с праздником. От лица всех лесоводов Ивьевщины, администрации лесхоза, от работников питомника и от меня лично я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Пожелать здоровья, успехов, чтобы в ваших сердцах всегда был праздник. И хочу приглашать вас всех на весенний, вот на воскресный день, обещают хорошую погоду. Посетите наши прекрасные леса. Вы отдохнете, уйдите из этих кабинетов, которые вы действительно это самое бываете. А выйдите вы на природу. Приглашаем, у нас хороший, прекрасный охотничий комплекс. На питомнику две беседки. И вообще по наших лесах хорошие есть беседки. Организуйте себе праздник души в этот день. С праздником вам, дорогие. Но еще есть интересная пословица. Вот я недавно вычитал. Есть венская пословица. Дай человеку одну рыбу, хватит на день. Дай человеку две рыбы, хватит на два дня. Научи человека ловить рыбу, хватит на всю жизнь. Поэтому вы учите наших детей труду и всему это хорошему. Всего хорошего. С праздником вас! Уважаемые коллеги, вас поздравляет председатель профсоюзного комитета открытого акционерного общества «Ивьевская сельхозтехника» Чеслав Валентинович Тучковский. Уважаемые ветераны педагогического труда, уважаемые учителя Ивьевского района, воспитатели детских садов, дошкольных учреждений, примите самые искренние и сердечные поздравления от коллектива открытого акционерного общества Ивьевская сельхозтехника. От всей души поздравить вас с вашим профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в обучении нашего подрастающего поколения, а также всего хорошего вашим семьям, вашим родным и близким. Ведь профессия учителя, если учитель будет обучать людей только теми параметрами, которые изложены в инструкциях, которые узаконены, то, наверное, это будет неполное образование. Ведь учителю надо отдать кусочек своей души, кусочек своего здоровья, обладать огромнейшим терпением. Надо найти каждому ученику подход, быстрому успокоить, которого такого не, значит, не спокойного как-то подбодрить, унылого развеселить, развеселившегося как-то поставить рамки. Это огромный труд, это многогранный труд, который не изложишь никакую инструкцию, не обусловишь никакими рамками закона, потому что ситуация в течение урока меняется с минуты на минуту. То идет огромнейшее послушание, то тут взрыв эмоций. Надо лавировать, находить такие моменты, чтобы дошло до всех то, что предписано нашей наукой. Еще раз большого вам огромного здоровья, успехов в вашем нелегком творческом труде. Спасибо. Друзья, как мало всем нам надо, чтобы тебе был кто-то рад. И пусть сегодня этот вечер подарит вам желание жить, петь, танцевать, готовить речи, учить других, всегда творить. Учительство не труд, а отречение, умение всего себя отдать, уйти на долгий подвиг и мучения, и в этом видеть свет и благодать. Учительство, когда в глазах холодных зажжется понимание заря, и ты поймешь, старался не бесплодно, и знания разбрасывал не зря.
Уважаемые педагоги, мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, любви и улыбок. Красноголосые звонки рано утром приглашают ребят на занятия в школу, а вместе с ними спешим и мы, волнуемся, как будто бы впервые. Пусть это приятное волнение будет у вас всегда, ведь как это здорово видеть каждый день восторженные лица и любопытные взгляды ребят, слушать их умные и сбивчивые ответы на вопросы, понимать, какую важную профессию ты выбрал. И сегодня, в канун профессионального праздника, для вас музыкальный подарок. Концерт творческих коллективов учреждения образования Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. И на эту сцену я приглашаю проректора по учебной, воспитательной и социальной работе Коптеву Светлану Ивановну. Уважаемый Александр Александрович, Валентина Ивановна, Наталья Геннадьевна, уважаемые коллеги, когда в августе месяце мы получили приглашение из разных районов выступить в Дне учителя с концертом, а в нашем университете уже в республике знают, что у нас много талантливых студентов, конечно же, наш ректор Петр Ильич Кухарчик сказал: «Нет, мы в этом году поедем только в Ивиевский район». И почему? Потому что когда наши студенты вернулись со звездного 48-го звездного похода, а в этом году они впервые за всю историю ходили в Ивиевский район, благодаря инициативе Натальи Геннадьевны, наши студенты вернулись с такими словами: «Нас в Ивиевском районе принимали как родных детей. Мы очень многому научились, мы очень многое для себя взяли. Поэтому, конечно же, мы выбрали именно ваш район для того, чтобы приехать и вместе отпраздновать этот замечательный, самый замечательный, конечно, праздник, я это говорю искренне, День учителя. Спасибо, что вы приняли наших студентов. Мы после этого звездного похода тоже иначе стали смотреть на наших студентов, ваших учеников Ивиевского района. Вот тут есть председатель правкома студентов Вадим Николаевич. Да? Мы и общежитие даем вашим студентам, вашим выпускникам. Мы и когда они, ну не дай бог провинятся, мы журим их по-особенному. Мы не так строго, ну я шучу, конечно, но мы тоже, как и вы, относимся по-родительски к ним, потому что у нас с вами складывается прекрасное сотрудничество. Несмотря на то, что и конкурс у нас не самый большой, к сожалению, наш университет. Но поверьте, сегодня Белорусский государственный педагогический университет – это один из ведущих вузов. И у нас сильнейший педагогический коллектив, состав, новые технологии обучения, воспитания. И я надеюсь, что все-таки и конкурс у нас будет большим, мы оптимисты с вами, и выпускников будет много, и наши выпускники придут работать в систему образования вашего района. Но сегодня для вас наш небольшой концерт. Не судите строго. Сегодня увидите от мастеров сцены наших преподавателей до первокурсников. Но мы с большим волнением, чувством ответственности и с радостью приехали к вам для того, чтобы поздравить вас вот таким образом. Счастья, здоровья, успехов вам, дорогие наши коллеги. Ну, принимайте наших артистов. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые педагоги города Иве и Ивьевского района! Добрый день!
в этот осенний день студенты и преподаватели Белорусского государственного педагогического университета будут согревать вас своими талантами, заряжать энергией творчества и отличным настроением. Я думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что самое теплое и приятное сердцу обстоятельство то, что сегодня все представители этой замечательной профессии, представители одного призвания «учитель», собрались в гостеприимном городе Ивье, и то, что мы сегодня вместе. Вместе. Такое теплое, доброе слово. Сегодня мы вместе, потому что сегодня наш профессиональный праздник. День учителя. Дорогие учителя, наставники, будущие педагоги, сегодня этот праздничный концерт посвящен вам. На сцене гордость нашего университета, один из самых известных преподавателей, доцент БГПУ, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра Маргарита Александрович. Здоровья и терпения! С праздником!
душа пела, и вы вместе со мной, я думаю, споете. Старинный романс «Дорогой длинною». Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мерцали огоньки. Государственного академического музыкального театра Маргарита Александрович! Спасибо! Наставником стихи и песни, сверканье вдохновенных строк, мудрейший изо всех профессий с названием «Гордым педагог». Сегодня для вас выступят самые яркие представители творческой жизни нашего университета. И это будут не только студенты, но и преподаватели. На сцене как раз такой коллектив. Ансамбль скрипачей «Анно Домини». Thank you.
ансамбль скрипачей «Анно Домини». Профессия на свете. Ведь если бы не было учителей, то наверняка не было бы ни поэтов, ни артистов, ни врачей, ни адвокатов, ни бухгалтеров, ни программистов. Ведь только благодаря старанию педагога у каждого из его учеников вырастают крылья, дающие возможность творить, изобретать, достигая неимоверных высот. И доказательство этому – выступление нашего следующего коллектива. На сцене студенты, которые благодаря таланту и профессионализму своих преподавателей смогли покорить сердца жителей Франции, Италии, Германии, Словении, Польши, России и Украины. На сцене лауреат многочисленных международных и республиканских фестивалей народный ансамбль белорусской музыки, песни и танца «Рейв». Thank you.
музыки и танца «Рейв». Наш университет – один из ведущих вузов в стране. Не случайно, что получить образование в БГБУ стремится молодежь не только Беларусь, но и самых разных стран мира. Ну а мы, педагоги, зная все о гостеприимстве и толерантности, дружелюбно принимаем иностранцев в свою семью. Они, в свою очередь, разделяют с нами национальные традиции, привнося в них национальный колорит своих стран. Встречайте, уроженец далекого Китая, выпускник факультета эстетического образования Ге Чао И. Thank you.
Дорогие друзья, вас, талантливых, успешных педагогов, лучших учителей района, спешит поздравить еще один удивительный в прошлом студент, а ныне преподаватель БГПУ. На сцене лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Финалист телешоу проекта «Поющие города» Филипп Смелов. Шагать в ногу со временем, быть творческой, интересной личностью для своих учеников. Наши студенты, будущие учителя, уже в студенческие годы осознают эту простую истину и наряду с успешной учебой находят в себе занятия, которые помогают им раскрыть свою уникальность, индивидуальность и найти свой стиль. И поэтому на сцене студентка первого курса факультета белорусской и русской филологии
стильная и современная. Мария Хлань. Дамы и господа,
Мария Халани. Никто не поспорит с тем, что хороший педагог должен уметь красиво изъясняться. Я скажу даже больше. Хороший педагог может изъясняться, используя не только большой словарный запас. Делать он это может и на языке танца и пластики, что сейчас умело продемонстрирует вам наши следующие исполнители. Встречайте на сцене танцевальный коллектив О2. Танцевальный коллектив О2. Профессия учитель удивительна и благородна. Не зря кто-то из поэтов сказал: «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Именно он, учитель, отдает нам все свои знания, все тепло своей души. Именно учитель наш проводник во взрослую жизнь. И главная задача учителя – помочь человеку стать человеком с большой буквы, полноправным членом общества. Все студенты следующего мужского коллектива стремятся стать именно такими людьми. Встречайте, мужская вокальная группа «Модус». Дорогие друзья, всех вас с праздником, и давайте вот эти песенки, которые мы сейчас споем, вспомним вместе. Слова несложные, так что давайте вспоминать. Поехали! Я в ваших снегах замерзают рассветы. На белых дорогах колдует
и видится мне раскаленное лето и рыжее солнце на желтых загах. Я вспоминаю тебя, вспоминаю, как радость шальная сошла, как заря. Я вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Я вспоминаю, та радость шальная сошла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Вспомнить. А может быть ты перелетная птица, и холод зимы убивает тебя, и хочется верить, весной возвратиться. Все хочет так горд и так счастлив. Я вспоминаю тебя, вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Наш коллектив, вокальный ансамбль «Модус» поздравляет еще раз вас всех с праздником. Мы надеемся, что уже следующую песню про нашу встречу мы споем вместе. Итак, поехали! Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку, там, где тревожно стучат поезда. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронул я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, косы сплетенные, а глаза небо бездонного синь, улыбки весна. Вспоминаем. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то рядом она. В этом зале
пошла она, улыбнулась из окна, поле стронула я вслед, лишь рукой помогал ей в ответ. Вместе с нами и люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Вспоминаем слова несложные. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку, там, где тревожно стучат, стучат поезда. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна, поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда, что просто беда. Спасибо большое, вокальная группа «Модус». Дорогие друзья, чувство юмора – вот главное оружие настоящего учителя. Встречайте команду будущих, а также дипломированных педагогов, финалистов Первой лиги Международного союза КВН. Команду КВН – сборная БГПУ! Встречайте, команда КВН, сборная БГПУ! Добрый день, дорогие друзья! Мы, как команда из педагогического университета, хотим поговорить о учителях. Только у настоящего учителя математики один пиджак подходит под все брюки. Только на настоящем школьном выпускном дети сок запивают соком. Настоящий учитель не тот, у кого в классе 10 медалистов, а тот, которого после выпускного в ресторан приглашают. Давайте поприветствуем людей, которые работают за хлеб и за идею! Знакомьтесь, это наш учитель белорусского языка Андрей Георгиевич. Он говорит только на родной мове. Андрей Георгиевич, чего вы опоздали? Да мы с Габетой языками зачапились, а она такая файная, лытки на меня вабить, горбата напоила и у ложек тянет. А я что, шашелы такие, моя гонна, я кузик на портке зашпилил и доганку собирался шпывать. А я на мне сзаду потельни по потылице, як лязнула, ой, гузак выскочил. А опоздал чего? Да текст учил. Представьте, два мальчика играют в бадминтон. Дорогие учителя, представьте обычный экзамен по истории. Здрасте. Здравствуйте, Комаровский. Здрасте. Готовы? Готов. Заходите, тяните билет. Тянуть билет. Угу. Понял команду. Так. Тема билета – партизанские движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Хорошо, рассказывайте. Так, чё молчите, рассказывайте! Ничего тебе не скажу, фашист проклятый, я свою родину не продам! В обычном дворе. Здорово, сосед. Привет. Что делаешь? Да вот, с шариком гуляю. Какая собака красивая. Ну-ка, позови ее сюда. Шарик. Шарик. Шарик.
Шарик. Как ты свистишь, свистун? Кто тебя так свистеть учил? Смотри, как надо, как меня батя учил. Смотри. Шарик! Учителя, все вы, наверное, видели детский ералаш. Итак, представьте семейный ералаш. И первая наша миниатюра, ну, очень-очень молодая мама. Доченька, ты уроки сделала, а ты? Отец и сын. Папа, а как мне маме сказать, что у меня девочка появилась? А ты не говори. Чего? Папка не говорит, и ты не говори. Мать и сын. Мама, я на мальчишник пойду. А там девочки будут? Какие девочки, мама? Это же мальчишник. Да ладно, можно подумать, мать никогда на мальчишниках не была. Скажи, мама, давай. Ты можешь, давай, зайка, скажи. Мама, давай. Мама. Скажи, мама, давай, скажи, мама. Скажи ты, мама! Мама. Ну вот! А то теща, теща. Профессиональный киллер на работе. Алло. Привет, дорогой. Привет, дорогая. Ты занят? Да, я на работе. Ой, у меня просто такая хорошая новость. К нам моя мама приехала. Да я вижу, вижу. Дорогие учителя, сейчас включите свое воображение. Встреча двух ядовитых змей. Привет, кобра. Привет, гадюка. Как дела? Еще не сдохла? Сплюнь. Сволочь. Неблагополучной семье. Где мой сынок? Где он шляется? Уже так поздно, уже 3 часа ночи. Вот ты где! Ну-ка, иди сюда! Ну-ка, дыхни! Ты еще и выпивший! Я его растила, я его кормила, а ты... Все, мое терпение лопнуло! Я выгоняю тебя из дома! Отец, иди посмотри на своего сына! Пошел вон из дома! Сама вон пошла! Нас теперь больше! Дорогие друзья, несмотря на то, что мы так выглядим, мы ваши коллеги. И поэтому в конце хотелось бы обратиться к моей девушке, которая сидит в зале. Маргарита, дорогая, прости, что жить будем бедно. Зато я педагог от Бога. Учеников. На сцене педагоги ВГПУ, которыми гордятся их ученики, лауреаты республиканских и международных конкурсов, доцент ВГПУ Владимир Бубин и старший преподаватель ВГПУ, участник группы «Лепреконцы» Владимир Федорук.
Губин и Владимир Федорук. На сцене народный ансамбль белорусской музыки, песни и танца «Рэй». Встречайте! Thank you.
народный ансамбль белорусской музыки, песни и танца «Рей». Сегодня в этом зале учителя, преподаватели, педагоги. И для кого не секрет, что работа наставника трудна, и порой усталость скрывает улыбку на лице. Но мы рады, что накануне профессионального праздника Дня Учителя в этом зале столько искренних улыбок, радостных взоров и положительных эмоций, заряд которых не угаснет на протяжении целого года. Мы любим вас, наших наставников, и эта любовь делает нас сильнее, умнее и духовно богаче. Yeah.
благодарят вас, уважаемые зрители, за радушие и теплый прием. Виват Илье! Виват БГБУ! Виват учителя! С праздником! С днем учителя!